Ну и снова всем привет, с вами опять Серега. Мы опять на даче. Хотел вот чем поделиться. Высмотрел тут в интернете топливные брикеты, получается, попробовал сам сделать. Такая херня у меня получилась. Плохо спрессовался. Вот, допустим, кирпичик получше. В общем, картон, ну, любую бумагу измельчаем. Вот. Размачиваем, потом форму прессом выдавливаем и высушиваем. Воду выдавливаем и высушиваем. Получается у нас вот такие брикеты. В печку наложили, получается, этих брикетиков. Сейчас будем запаливать. Так. Запалили. Ну, посмотрим, как будет температура в парилке подниматься. Ну и вообще, будут ли они у нас гореть. Тут у нас что получается, 6 брикетов таких. Будем посмотреть. Ну, в общем, прогорели наши брикеты. Вот, слабенько видно. Ну, 60 градусов, короче. Получается, 6 брикетов изначально было. И плюс еще 4 брикета я докинул, получается. 10 брикетов до 60 градусов. И в чем прикол? Они такого сильного пламени не дают. Долго, получается, ну, почти тлеют, выделяя тепло, но сильного огня нет. Я думаю, что для бани они, ну, для парилки не подходят, скорее всего. А вот для домика, для дачного, как альтернативный вариант для вам, я думаю, это хороший вариант. Стоит об этом задуматься и взять на вооружение, наверное. Ну и по возможности заготавливать эти брикеты. Лес целее будет, скажем так. Все равно вторсырье. В общем, кому интересно, задумайтесь о приготовлении данных брикетов. Если кому-то интересен сам процесс изготовления брикетов, пишите в комментариях. Буду рад записать для вас видео с изложением всего процесса изготовления самих брикетов. Ладно. Всем удачи. Ставим лайк. Подписываемся на канал, если не подписаны. Пока-пока.